Цена нефти снизилась до минимального значения за 12 лет. На лондонской бирже за баррель марки Brent сегодня давали $28.81. На таком фоне снижается курс рубля. Доллар сегодня стоил 77 рублей 60 копеек. Евро дошел до отметки 85 рублей. Официальное значение Центральный банк установил в первой половине дня до финансового скачка на бирже. Курс доллара на выходные и понедельник 76 рублей 57 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. Зафиксировано также снижение котировок акций. Индекс ММВБ снизился на 4%, индекс РТС потерял больше 5%.